прошу всех людей, которые не равнодушны к судьбе Молдовы, к будущему своих семей, своих детей, которые считают невозможным дальше сохранение Альянса за европейскую интеграцию у власти, активно становиться друзьями групп ПСД и указывать наименование района в поисковой системе, то есть в Одноклассниках, в поиске запросите латинский ПСД, партию «Социал-демократ», и укажите наименование рядом района, в котором вы живете, вам откроется группа, и станьте другом этой группы, и всех своих друзей приглашайте в эту группу. Для чего? Для того, чтобы мы увидели, сколько нас много в каждом районе, и чтобы мы увидели, сколько нас много уже по всей республике. Однозначно говорю, что нас уже более 40 тысяч граждан, которые открыто заявили, что они являются сторонниками идей социал-демократов. Они уже в этих группах обмениваются честными новостями, и через эти группы мы уже в ближайшее время начнем встречаться в каждом районе с теми, кто объединились в группы ПСД, для того, чтобы на месте обсудить наши планы и откровенно, чтобы я там им на месте сказал наши планы. Если раньше времени излагаешь свои планы, сразу даешь информацию врагам, чтобы они предприняли контрмеры.